Ты недавно в городе, да? Я Брайан, ученик мастера Гарада. Могу я купить оружие у тебя? Нет, я всего лишь помощник. Оружие, которое делается в этой кузнице, забирает ополчение. Они уносят его к башням, где оно хранится. Но во всем остальном, что касается кузнечного дела, я могу... Каково это — быть учеником кузнеца? Почему ты спрашиваешь? Может быть. Почему бы и нет? Но не из-за Гарада. Как дела? Сколько ты хочешь? Что значит «сколько»? Я ростовщик, и ты пришел ко мне. Должно быть, сошел с ума. Что ты делаешь здесь? Эй, Лорес, старый пройдоха. А как ты попал сюда? Я смог выбраться из... Ты ведь помнишь Ли? Ли? Тебе, похоже, многое пришлось. Я выбрался из колонии вместе с ним. Он и его парни сейчас... Он договорился с этим фермером. Мне во что бы то ни стало нужно поговорить с паладинами. Что? У них... И ты думаешь, они отдадут его? Конечно, если... Расскажи мне, Али... Это все... А почему ты не Сли? Можно сказать...
Да прибудет с тобой Иннос, чужеземец. Что? У меня есть важное сообщение. Ну, ты стоишь перед его... Это насчет священного артефакта. Глаз Иннеса никак... Если действительно существует артефакт, носящий его имя, только самые высокопоставленные члены нашего ордена могут... Вот почему мне... Он считает ниже. Я хочу поступить... Если ты поступишь на службу к паладинам, я помогу тебе добиться аудиенции у лорда. Однако у меня есть приказ принимать выпол... Мой командующий опасается. Он хочет таким образом свести риск. Поэтому ты сначала... Что я получу от вступления в... Это грязные, да? Я готов вступить в опол... Я пришел получить награду за преступника.
разорву тебя на куски. Трус! Еще одна тварь! Иди сюда, подлая тварь! За тобой должок, и пришло время вернуть его. Что ты хочешь? Я хочу вернуть мой старый прилавок на рыночный и я хочу, чтобы она вернулась. Я дам тебе письмо, ее посадят в тюрьму, ты у тебя есть 2 дня на Нет, я не буду участвовать в... Это было неверно. Мне нужно идти. Как знаешь.